вакуумирующее устройство к гидрошприцеру К50 UV. Загрузили продукт, нажали кнопочку. Откачали. Произвели запуск вакуумного гидрошприцера К50, позволяющий удалять воздух из фарша, непосредственно находящегося в бункере шприца. Для густого по консистенции фарша достаточно 2-3 минут нахождения фарша под вакуумом, для того, чтобы удалить из него максимальный воздух. За счет мобильности и универсальности вакуумной установки есть возможность устанавливать к любой модели нашего производства, от гидрошприцера К30 до модели гидрошприцера К50. Таким образом, у вас теперь впервые появилась возможность набивать крупнокусковую структурную колбасу в оболочку без воздуха. Аналог любому дорогостоящему оборудованию на основе роторного шприца. При этом, сменив насадки на порционер, есть возможность продолжать производить кабаносы и мясные снеки. Также у шприца есть электронный сигнал, который позволяет подключать к нему любые виды оборудования в вашем цеху: клипсаторы, дозаторы и так далее. Он, когда работает, он набирает свое давление отрицательное вакуум, и его держит. Как только он набрал, в нем он накопился. За счет ресивера. Да, за счет ресивера. Сейчас он набирает вакуум ресивера. Потом подключаете, соответственно, шланг к крышке и горловине. Загрузили фарш, закрыли цепку. Закрыли здесь, открыли здесь. Открыли здесь, да. И все, как это, да. Нажали кнопку, у вас пошла вакуумация напрямую. Так, дальше мы запустим. Это закрытый сейчас, да? Да, открываем. И сейчас получается вакуум срабатывает. До минус единицы фар стоял, то есть уменьшалось, видно было, как фарша выдавливала воздух. Могу чуть медленнее сделать, да? Да, да, скорость на меньше. Еще ж клипсатор такой. Вы не хотите клипсаторы делать? Но у нас не хватает. А что, комбо плохо делает? Да, но рвет. Держи и ничего не делай. Я сейчас буду добавлять. Выставлю. О, выставь его. Вот так? А или? Вот так или нет? Много? Да, можно меньше чуть-чуть. Сделал все. Сегодня? Да. Ну, еще. Реально сварю? Ну, сегодня сварю, да. Я подкину просто курицы, потому что, ну, я не успеваю. Ну, дайте я гляну, как охота выходит. Да, ну, тогда я попробую. Универсальных. Закрыть кран здесь, там открывай, вытаскивай, да, на себя, да, и открывай. А вакуум 220 или 330? Для удаления излишков фарша предусмотрена специальная фильтровочная камера, которая легко разбирается и очищается. Ответьте ваш вопрос на hydroshpritz.com, мы вас проконсультируем.